Завтра вы увидите, как Тони Фергюсон падает. Как ты сказал в инстаграме, там, блин, пенсионера завтра будет трудно положить. Братишка, ты выступал по кулачным боям, у тебя уже пробитая челюсть. Я видел, как тебя ронял Фара. Я не знаю, сделаю я это с руки или с ноги, но ты будешь считать звездочки во сне. Хлопотно все это, завтра посмотрим. Хлопотно будет у тебя по лицу, когда я буду убивать. Завтра увидим. Эдди Байсов, завтра будет настоящая жара. Я буду уничтожать его во всех аспектах. Начну со стойки, переведу, забью и измучу его. Потом продолжу на стойке, не упадет, значит упадет в конце третьего раунда. Еще вопрос? Да, Тони Фергюсон, вопрос. Ты вообще на что рассчитываешь, знаете? На ударку на свою, на свою голову. После победы ты планируешь танцевать так же, как метельница С. Так как я танцую в клубах, будет некультурно танцевать в этой арене. Он будет танцевать так же от моих ударов. Девушка, потанцуешь, а я не танцую. Так. Я тебя заставлю танцевать и плясать под мою доску, понимаешь? Ты будешь по-другому. Что бы ты сейчас ни говорил, ты будешь по-другому. Ты будешь по-другому танцевать. По дудку Фергюсону ты будешь танцевать. Фергюсон умрет завтра, понимаешь? Умрет завтра с Фергюсоном. Старый конь, брат. Брат Умар, ставь полтинник, Все ровно. Завтра посмотрим. Парни, если вы еще не заметили, у нас есть Тони Фергюсон, а Серега у нас похож на Энтони Пейтис. Это получается реванш, да, у нас? Энтони Пейтис, значит, аплодирует его вертушки. Ребят, посмотрим. Мой бэкграунд любительский намного сильнее твоего. Когда ты в 2001 году выиграл чемпионат России по тайскому боксу, я еще не родился, понимаешь? Вот я именно. Родился в 2002 году. Вот, вот именно. Ты вот именно, когда ты был... когда ты был хорошим, я уже вещи ты пел. Ты пенсионер. Когда в 2001 году ты выиграл чемпионат России по тайскому боксу, давай, сынок, успокойся, не газуй на папу. Когда ты выиграл чемпионат России по тайскому боксу, не было уровня вообще. Тайский бокс только начал развиваться, понимаешь? Только начал. Если бы ты бы попал бы по тот уровень, то тебе прошлись бы татком. По планам провести последний бой GFC, разбить голову Фергюсона и переходить в хардкор ММА. Поэтому Данил Волков жди. Все тоже ждем. Ты ничего не скажешь мне, что ли? Ты уже все? Осел? Ты понял, что шансов нету? Папа решил дать слово сынку. Завтра папа все покажет. Папа ушел перед телевизором. Конечно. Спокойной ночи. Ты прячешь глаза под очками, потому что тебе страшно меня смотреть. Смотри, глаза бегают. Глаза бегают. Бегают глаза. Ты уже боишься. Ты уже боишься. А чего они веселые? Я не боюсь. Потому что я в этой жизни больше знаю, чем мы с тобой. Губы трясутся уже от меня. Тебя руки трясутся. Хорошо. Очень скоро состоится дуэль взглядов. Эти ребята посмотрят друг другу в глаза. JFC Pride с гордостью представляет вам главное событие своего турнира. Трехраундовый поединок в легчайшем фесе! И первый, в синий угол, добро пожаловать, боец из Электростали! Он носит прозвище «Русский Тони Фергюсон». Встречайте, Андрей Барановский! Ему 35 лет, рост 165 сантиметров, вес 61,2 килограмма. Он представляет не формат фитнес и гладиатор «Электросталь». Приветствуйте, Андрей «Русский Тони Фергюсон» Барановский! А в красный угол добро пожаловать, боец из Самары! Он носит прозвище «Ему
15 лет. Его рост 170 сантиметров, а вес 61,7 килограмма. Он представляет Wolves Team из Самары. Приветствуйте, Сергей Мауби Шишки! Весовая категория до 61 килограмма. Андрей Барановский против Сергея Шишкина. Статистика была на ваших экранах. Итак, смотрим. Сергей Шишкин в красном углу, Андрей в синем. Еще раз отметим, очень большая разница в возрасте у этих спортсменов. И какое начало от Сергея, который обещает оформить первую досрочную победу в своей карьере. Вот вам и тэквондо в действии. Да, и просит поддержки у публики, получает ее. Хорошо с передней ноги, очень мощно. Еще раз разворота. Да, серьезный настрой у Сергея. Причем хочет нокаутировать соперника именно ногой, преимущественно левой. Да, очень попал. Ты получишь от этого боя, рукой попал, да, и дать понятно сопернику. Да, ну посмотрим, посмотрим, чем ответит Андрей. Тут же колено, по-моему, в голову пытался пробить сейчас Сергей. И очень мощная работа со стороны Сергея. Бросок практически прогибом запускает. Самарские авиалинии сейчас устраивает он оппоненту. Еще раз! Что творит Сергей Шишкин? Просто чудо чудесное какое-то. Да-да-да, оппонента просто сметает пока что. Сминает его в комок и в фулл-маунте. Работает Сергей Шишкин. Просто невероятное начало. Разворачивается, по-моему, уже серьезно потрясенный Андрей Барановский. Можно и душить, но нет. Бьет Сергей Шишкин, убивает удар за ударом. А как там с обороной? Не пассивная ли она? Серия хэммерфистов. И начинает жестко отрабатывать. Нужна действительно защита. Нужна. Поднимается, пытается как-то вылезти. Тут же берет захват на удушение. Сергей! И ждем сдачу. Все! Это были невероятные полторы минуты. Самые яркие на сегодняшнем турнире однозначно. Но Толя еще будет, конечно. Да, ничего не позволил сделать Сергей Шишкин оппоненту. Ну, вообще просто, то есть... Броски прогибом, хайкики, удары, добивание, удушающий прием в концовке. Ну все показал за эти полторы минуты. Да, вот эта маленькая ММАшная жизнь пролетела сейчас перед нами. Здесь было все. Шарипов остановил бой через минуту и 35 секунд первого раунда. Удушающим приемом победу одержал Сергей Маугли Шишкин!